Спонсор прогноза погоды – агентство недвижимости «Визит». Распродажа новостроек и готового жилья. Скидка до 20%. Только в агентстве недвижимости «Визит». Звоните 374-4704. В понедельник в Самарской области будет пасмурно, осадки в виде дождя. Днем плюс 2, плюс 5 градусов, ночью плюс 2, плюс 4. Ветер западного, юго-западного направлений будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, небольшой дождь. Днем плюс 4 и ночью плюс 4 градуса. Ветер западного направления 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, дождь в течение дня. Днем плюс 3, ночью также плюс 3 градуса. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре небо закроют тучи. Пройдет дождь. Днем 2 градуса тепла. Ночью также плюс 2. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.